Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Головоломки в стиле поиск предметов нравятся всем. Они развивают внимательность, усидчивость, терпение, находчивость и тренируют зрительные процессы, координацию и скорость. Очередная головоломка, набирающая популярность в интернете, связана с поиском кота на фоне каменного пейзажа. Посмотрите внимательно на картинку и попробуйте отыскать кошку. Если у вас получилось найти пушистого питомца в течение 10 секунд, поздравляем! Вы в числе 1% людей с максимально развитым вниманием и зоркостью. Итак, время пошло. Почему именно кот? На многих картинках-головоломках в сети изображены именно кошки. Такую особенность довольно легко объяснить. Коты отличаются любопытством и имеют специфический окрас, а потому их можно встретить практически в каждом уголке планеты. Фотографии кошек, которых довольно сложно отыскать на снимке с первого взгляда, становятся очередной головоломкой для любителей пораскинуть мозгами. Большая часть загадок – это животные на фоне дикой природы. Но есть и ребусы, придуманные авторами в фотошопе и других редакторах. Вернемся к снимку с кошкой. Найти ее несложно. Если приглядеться, пушистого питомца выдает полосатый хвост, который незначительно выделяется на фоне общего пейзажа. Немногие смогли отыскать животное на картинке менее чем за 10 секунд. А сколько времени на разгадку понадобилось вам? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.